Во дворце спорта «Космос» волейбольный клуб «Белогорья» провел предсезонную пресс-конференцию для журналистов и болельщиков команды. На вопросы отвечали главный тренер «Львов» Геннадий Шипулин, игроки Сергей Тетюхин, Максим Жигалов, а также трио новичков – олимпийский чемпион Сергей Гранкин, Константин Бакун и болгарский легионер Николай Николов. Говорили о планах команды на новый сезон. Белогорье, как всегда, ставит перед собой высочайшие цели и будет бороться за лидирующие позиции на всех фронтах – в Суперлиге, Кубке страны и втором по значимости турнире Старого Света – Кубке Европейской конфедерации волейбола. Все условия для этого есть. Не обошли вниманием и вопросы о тренерском штабе. Напомним, на должность старшего тренера был назначен Александр Богомолов. Но из-за недавнего дорожно-транспортного происшествия, как отметил Геннадий Шипулин, он не может в полную силу исполнять свои обязанности. Им помогает Алексей Казаков, вы знаете, в сборной он играл, тоже заслуженный мастер спорта. И по-прежнему Александр Косарев. Мы, наверное, будем привлекать еще человека, который все-таки в Европе и работал много, и есть у него опыт в работе. Возможно, это будет специалист из Вены, из Австрии. Мы ведем переговор сейчас непростой, но он должен приехать, значит, на переговор к нам. Если я не ошибаюсь, то сегодня ночью, 3 часа ночи его встречают. Геннадий Шипулин также отметил, что нужно усиливать работу по воспитанию юных талантов, развивать молодежные команды клуба. Опытный специалист выразил уверенность, новички Львов должны заиграть на высоком уровне, ведь все волейболисты с именем и серьезным опытом. Новобранцы и сами полны оптимизма. Встретили, как старого друга, ну так и есть на самом деле. Вот, все пока отлично, сейчас пока идет такой этап сыгрывание, так сказать. Вот. То есть находим взаимодействия какие-то, пытаемся улучшить игру. Все хорошо, но нужно время, естественно, надо понять, что в первую очередь от тебя ждут, да, и когда это, наверное, эти точки соприкоснутся, тогда и увидим, на что уже способны полноценно. Еще для нас тяжело, потому первый раз мы играем вместе, это 3-4 дня. Чувствуем себя очень хорошо, это взаимодействие, но я надеюсь, будет лучше через неделю, может быть, два.